Здравствуйте, дорогие подписчики. Мы находимся на Садоводе, на линии 29, по линии 59, итальянского сумкового аукциона. Здравствуйте, Аксонечка. Здравствуйте, Рахим. Здравствуйте, дорогие наши подписчики. Получили товар. Сейчас Навруз нам откроет. Все, открывайте. Так. Новая модель. Ее я показывала в ролике. Не в ролике, вход видео было с фабрики. Как раз их, как эти сумки изготовления. Это очень много идет ручного труда, очень много. Под Гермес Келли сделано. Размер длинный ремень. Вот видите, можете посмотреть, есть видеоролик у нас в телеграм-канале. Здесь даже можно отсюда перетягивать. Да, это, наверное, сюда как-то перетягивается оно. Ага. Да, да, вот на этой так видно. Это, видимо, не успели. Там, да, он перетянут, аж оттуда. Смотрите, ремень очень длинный. Вот еще есть даже запас. Сейчас. Вот здесь вот, если все равно можно еще сделать, пробить, это сантиметров на 5 еще увеличивается. Видите? А так ремень достаточно длинный. Цена 7500. Ну, вот это я сейчас уберу на место. Вот видите? Все. Нужно так, кому как нравится. Так. О, вот оно. Угу. Сейчас посмотрю. Мне так интересно. Это тоже вы видели на видео, кстати. Есть видеоролик. Вот это вот. Прям на видео, да. Я не знаю, но это для таймы отшивали. Я говорю, что там. И когда вот лежат рюкзаки, вот эти они лежали, рюкзаки, еще заготовки. Лежала вот такая вот штучка, я говорю, всегда ну, своему курьеру нам тоже надо. Какая-то, я говорю, что это такое? Он говорит, не знаю, говорит, это, видимо, кладут они что-то в сумке. Сургучная какая-то печать, видите, тайм. Ну и, конечно, там ценник у них. Мы там можем попросить, нам только клеймо поставят тайм. А это, наверное, памятка какая-то, я не знаю. И даже скрывать интересно здесь что. Дайте мне ножницы. Алла, дай ножницы. Так, это, наверное, пыльник тайм. Да, потому что, а нет, это не тайм, это тоже какой-то пыльник. Ну вот я просто говорю, привозят часто свои пыльники. Mm-hmm.
Можете найти в интернете, посмотреть, да. Посмотреть в интернете вот это. Дай-ка я хочу посмотреть, что сейчас скроем. Хочу посмотреть здесь, конечно, с этой стороны аккуратно построим. Что-то я не срезал, не до конца. Я хочу, да, это идут. А, вот, видите, написано премиум. Это, видимо, вот смотри, сейчас я расскажу. Допустим, да, берется любой, ну, рюкзак, положи на руку рюкзак сюда. Ну, могут взять рюкзак, что-нибудь там, вот эти вот тайны. Там даже были, отшивали для них какие-то рюкзаки. Вот там на фурнитуре даже было тайм, мне поэтому не отдали. Это. И вот может быть вот это, ну, я не знаю, артикул там. Да, производство Италия, да. Вот у них все идет, видишь, написано, все на каждую сумку идет. Это какой-то печать идет, да, сургутная печать. Вот это, наверное, это надо посмотреть. Да это просто, ну, как бы они, я, то есть, в каждом ролике практически рассказываю, когда некоторые просят, а где там бирочка, где то, где все, где пыльники. Вот, пожалуйста, привозится на фабрику. Ну, мы покупаем, считайте, вы покупаете, ну, вот, без всякого вот этого, да. Вот за счет вот этого, вот эта печать, это все, оно, в принципе, копеечное. Но цена возрастает больше, чем в половину от нашей цены. Да, из-за вот этого. Ну, это же как маркетинговый ход, пыльник, там, бирки, это все. Ну, у них очень такой, как сказать, очень известный, крупный там... Вот это интернет-магазин, если они только на этом получают, на этой фабрике только больше 2 миллионов евро в год они делают заказ, сколько у одного, ну там, и двое, представляешь? Это очень крупно, это там миллионники. Поэтому, да, у них должно быть, у них, мы смотрели, очень красивый такой сайт, дорогой. Поэтому иногда я прошу, ну, у нас вот поставят такое. Вот это, я еще раз объясняю, стоит копейки. Но за счет этого возрастает очень сильно цена. Это как, знаете, я говорила, коробку возьмите конфеты. Либо просто где-нибудь вы покупаете на оптовой базе, да, там купили ящик и все. Либо те же конфеты лежат красиво в коробочке. Сама коробка, она, да, плюс еще где-нибудь там в дорогом магазине. Сама коробка-то, она ничего не стоит, она несъедобная, так же, как и это. Выносить это не будете, показывать никому не будете. Но это... Как? Ну, ценник зато будет другой. Так, давайте, что у нас? Так, вот эти у нас были 2500 рюкзаки. У нас такой черный только был, да? Вот они. Видите? Так, очень. Идет опака и синий цвет. Синий у нас. Цены пока мы не поднимаем. Хотя, несмотря на то, что растет курс, цены мы не поднимаем. Пока у нас цены старые. Вот. Так, эти что-то сделаем. Давайте эти тоже. А, там 4, все тогда, не надо. Так, теперь следующее. Вот здесь вот, вот оно, да, тайм сюда поставили. Лимо тайм. Идет красный красивый опака цвет. Ой, этот, это папайя, эти опака идут. Такие. Цена 22 500. Ну вот они под 50 тысяч тайм стоят на сайте. Так, давайте вот это, где рулетка? Вот она. Давайте сделаем замер. Так, новиночка. 23.
7 и высота, берите, я не знаю, сейчас она это и замерит, 17. Комбинированные у нас идут зеленый с коньяком, синий с рыжим. Ну и однотонный, вот это идет опака кожа. Они все идут, кстати, в глянце, по-моему, таких нету. Вот это вот чуть-чуть, в основном идут, да, матовая кожа. И вот такое вот клеймо. Цена 7500, красивые, да. Потому что у нас, кстати, эти... Часто спрашивают этих по чуть-чуть, да, да. Совсем. Это для когда вот отшивались, чуть-чуть попросила. Так, эта модель у нас 9500. Два отдела. С обратной стороны есть карман. Ставит меня. Четыре цвета в наличии. Все? Да. На этом, девочки, все. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, на наш Telegram-канал, на канал Шопинг с Рахимом. Все, всем пока.